поэт Валентина Карпушина. Привет! Ходи! Открыта дверь, за дверью комната и стол, а за окном осенний сквер и уличный фонарный стол. Ты долго был вдали, устал. Ты хочешь кофе? Я сварю. Там в отражении зеркал тоска моя по сентябрю. Там время словно каучук, растянуто на много лет, в которых нет ни грез, ни чувств, и ничего, по сути, нет. Я изменилась, может быть, пока ты был в своей дали, но не смогла тебя забыть. Еще горят в душе угли. Что я могу сказать? Привет. Вот стул, вот стол. Садись, кури. Прошло немало долгих лет. Я дверь закрою изнутри. Пришел сезон дождей. Настала осень. В лесу витает снова пряный дух. Пожухлая листва на иглах сосен. А шорох листопада нежит слух. Сезон дождей, сентябрь и первый холод, и ини по краям прозрачных луж. Но есть вразрез всему серьезный повод не струсить пред лицом грядущих стуж. Я осень попрошу сшить шлейф из дыма, костров, в которых дворник жжет листву. Надев ее наряд и став любимой, вкушу глоток желаний наяву. Сезон дождей и время листопада, сезон любви и ярких чувств пора. А дворник, подцепив листву лопатой, приносит жертву пламени костра. Спасибо.